Глава турецкого государства объявил, что страна способна побороть инфляцию. Об этом Раджаб Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции после заседания Кабинета министров. Президент Турции отметил, что политика, которая привела к падению лиры в стране, была частью успешной войны за экономическую независимость. Турция сейчас не имеет долга перед МВФ, и правительство не намерено отступать от рыночной экономики, подчеркнул Раджаб Тайип Эрдоган. Ошибаются те, которые полагают, что могут заставить Турцию свернуть с ее пути в вопросе процентных ставок с помощью валютных спекуляций и завышения цен. Турция больше не будет раем для тех, кто зарабатывает на высоких процентах. Она не будет страной, которая сдала свою экономику и политику внешним силам на условиях МВФ с его программами. Президент Турции пообещал принять все меры для противодействия волатильности лиры. Новые экономические действия включают также измененные правила по депозитам в турецких лирах. Глава государства призвал граждан страны переводить долларовые сбережения в лиры ради процветания экономики. Он также подчеркнул, что через несколько месяцев волатильность остановится и инфляция начнет снижаться. Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания временного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат. Если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, то гражданам будет выплачиваться компенсация. Напомним, в течение текущего года курс турецкой национальной валюты снизился на 60%. Основное падение лиры пришлось на последний месяц. Самира Рзаева, CBC.